Ребзя, всем привет! Сегодня у нас с вами будет новое видео, и как вы видите, я сижу не дома, а также на прекрасном заднем плане вы можете заметить, как летают чайки, хотя это должны были быть утки, но нет, это чайки. А, я забыла вам сказать, что это видео будет на тему того, как я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Поэтому давайте скорее начинать, но вы знаете, что нужно сделать перед началом, это обязательно спуститься сейчас вниз и подписаться на мой канал, хотя бы за то, что я сижу на пледе в парке, в саду. Ну что ж, я надеюсь, что вы сделали все то, что я вас попросила, а теперь начинаем. И первый вопрос — это сколько мне лет? Ребят, мне 13 лет, и кто этого до сих пор не знал и думал, что мне 10? Ну, спасибо вам, конечно, большое, я очень рада, что я выгляжу младше своего возраста, я хотя бы не выгляжу старой. Ой, там собачка! Про какого первого слаймера ты узнала? Первый слаймер, про которого я узнала, это была Стася Мар, и спасибо ей большое, что она потратила почти все мои деньги. Я потратила на дорогую зубную пасту, на какой-то там крахмал супер-пупер дорогой, на клей собачка! В кадре было очень много всего, но потом я поняла, что это выглядит как какая-то барахолка, и у меня появилось чувство вкуса. Какой был твой первый слайм? И я хочу вам сказать, что я была настолько умной, что я запечатлила свой первый слайм. И он у меня находится на моей очень старой страничке в Инстаграме. Я, скорее всего, замажу ее название, потому что он все равно закрытый аккаунт, я туда никого не пишу. Там чисто мои воспоминания, я бы так сказала. И вот здесь вы видите мой первый слайм. Я его сделала из клея Эрик Краус и пены для бритья. Кстати, я не знаю, что пошло не так, но сначала у меня получилось вот это. А потом я добавила туда синюю и розовую гуашь, и получилось вот это, и он загустел, серьезно. И я не знаю почему, но изначально он был какой-то перламутровый, хотя перламутра у меня в помине не было. Следующий вопрос. Какая моя любимая текстура слайма? Я очень люблю текстуру Cloud, Original и Jam, хотя Jam я не делаю для продажи, потому что я думаю, что он у меня не очень сильно получается, но у многих слаймеров эта текстура очень классная. Не будем далеко отходить от темы, как я отношусь к Star Slime. К Star Slime я отношусь положительно, потому что человек очень сильно трудится, и выпускать видео каждый день, вы не представляете себе, насколько это сложно. И кто считает, что у нее монотонные видео, в любом случае она старается. Это не вопрос, еще чуть-чуть, у тебя 32 тысячи в Инстаграме. Поздравляю, спасибо большое, и, кстати, они уже есть, 32 тысячи в Инстаграме, поэтому, кто до сих пор не подписан, давайте скорее подписываться на мой Инстаграм, там будет скоро очень много историй. А следующий вопрос немножечко не вопрос. Мне написала девочка: позвонишь мне, я живу в Казахстане, дальше идет ее номер телефона, или передай мне привет. Так вот, я решила немного обрадовать вас и позвонить этой девочке. Кстати, таких комментариев было очень много, но я выбрала именно этот комментарий, поэтому давайте скорее звонить. Вызов. Алло. Привет. Алло. Здравствуйте. Я видеоблогер, ваша дочь просила мне позвонить. Привет. Я Кристи Чарм. Как дела? Хорошо. Передай привет зрителям. Всем привет, я из Казахстана. Классно. Да. Жди его, оно выйдет очень скоро. Хорошо, буду ждать. Как тебя зовут? Ау? Как тебя зовут? Сабина. Сабина, сейчас мы с тобой поговорили. Вот. Ага, да. Пока. Это было очень неловко, но так мило. Мне ответила мама этой девочки, скорее всего. Вот.
Кстати, ребят, а я хочу устроить для вас небольшой конкурс. Я в видео спрятала пасхалку, яблочко, и вы пишите тайм-коды в комментариях, если вы нашли это яблочко. И я в следующем видео рандомно 5 человек выберу и передам им привет. Следующий. Кого я выберу? Билли Айлиш или Ариану Гранде? Очень познавательный и интересный вопрос. Я выбираю Билли Айлиш. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы оцените его пальцем вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. А также подпишитесь на мой инстаграм и лайк. А ссылки на них есть в описании. Я вам желаю всего самого наилучшего, вы самые крутые, и всем пока-пока!